Илья, я смотрю, ты хорошо подготовился к капризам погоды, но в студии дождя не обещают. Александр, ты знаешь, я не дождя боюсь, на самом деле. Сегодня просто праздник и день Аграфины-купальницы. Это праздник и день, все, что связано с водой. Сегодня принято купаться в речке, ходить в баню. Можно даже незнакомых вам людей просто окатить водой. И говорят, это приносит счастье. И вот, чтобы меня сегодня кто-нибудь не осчастливил, я вот поэтому с зонтиком и пришел на работу. Ну, ты молодец, что вспомнил хороший народный праздник. Но мы сегодня поговорим о народных традициях немного другого толка. В студии непромокаемый хранитель народного творчества Илья Табуев. И забывчивая Александра Байдачная. И нисколечки я не забывчива. Между прочим, сегодня предлагаю взять в руки по балалайке и громко и звонко отметить замечательный праздник, правда, пока не официальный, день балалайки, и отметить, поздравить всех тех людей, которые играют на этом замечательном, всеми нами любимом народном инструменте, и послушать песенное творчество народов Поволжья и, собственно, знать много нового о истории балалайки. Вообще, официально праздник балалайки еще пока не зарегистрирован, но любители этого музыкального инструмента не только ежегодно отмечают этот день. Все, я убираю зонтик. 23 июня выбрали не случайно. Первое документальное упоминание о балалайке датируется именно этим днем 1688 года. Ну, а уже позже с балалайкой впервые познакомился создатель и дирижер первого народного оркестра русских народных инструментов Василий Андреев. И именно благодаря ему и его народному оркестру в 19 веке балалайка начала завоевывать Россию, а уж потом и всю Европу. Изначально этот инструмент был простых русских крестьян из Комарохов. Это легкомысленное треньканье так раздражало царя Алексея Михайловича, что он издал специальный указ собрать все народные инструменты, в том числе балалайку, и сжечь их. Варвар какой-то вообще просто. Хорошо, что нашу балалайку после этого совсем не забыли. Да, кстати говоря, как ее можно забыть-то, балалайечку-то нашу? Исследователи спорят, откуда произошло само название балалайка. В нем угадываются слова балагурить, балаболить, бренчать. В общем, все несерьезно. Эти слова легко передают суть инструмента, в общем, как несерьезного. Не очень серьезно, Илья? Да. Я думаю, ты ошибаешься. Ты когда-нибудь видел выступление балалайщиков-виртуозов? Гений нашего времени, гений балалайки Алексей Архиповский на балалайке вытворяет такое, что не под силу даже целым оркестром. Давай посмотрим на его выступление, и ты сам все поймешь. Да, я бы на трех струнах так не смог. Что-то мне подсказывает, что ты и на 35 бы струнах так бы и не смог. А ведь и такие инструменты тоже бывают. Например, шлемовидные гусли, которые были популярны на Средней Волге несколько столетий назад. Да, и по всей России тоже их показывали на выставках народных промыслов. Инструмент сопровождал все важные события народной жизни. Свадьбы, посевные, праздники сбора урожая, начало полевых работ. И прочее. В общем, популярные были. Да, Александра, гусли. У меня сегодня гусли нет, поэтому о погоде расскажу сам. Итак, сегодня в Самаре области ожидается переменная облачность, возможно, небольшие осадки в виде дождя. Ветер при этом юго-западный, его скорость 1-3 метра в секунду, температура воздуха от +23 до +27. Опять возможен дождь. Что-то сырость надоела, Илья. Ты знаешь, дождь, Александр, это хорошо. В дождь растут отлично две вещи. Грибы и дети. А дети – это цветы жизни. И прямо сейчас один из таких букетиков в нашей постоянной рубрике «Поколение.ру». Я тебе свою, а ты мне свою. Ну, а что она у тебя может? Сутки ты не можешь работать? Да хоть двое суток. А по цветам как? По цветам? Да отлично. Я уже вон сколько лет, а все как новое. Плюс дизайн современный. Ну что, будешь меняться? Даже не знаю. Ну, а чем она от моей отличается? Ты знаешь, какой она вкусный борщ варит? А пирожки с картошкой? Пирожки!
Идет, меняемся, но только на выходные. Прямо сейчас время хороших новостей. А совсем скоро столица региона превратится в цветущий сад. 16 августа в областном центре состоится конкурс ландшафтных дизайнеров на фестивале цветов. В этом году впервые площадки участникам предстоит в парке Дружбы. Напомню, что до этого года фестиваль ежегодно проводился в Струковском саду. А в Самаре официально открылся пляжный сезон. Вода на всех самарских пляжах соответствует санитарным нормам. Этим летом в области открывается 21 официальный пляж, 8 в Самаре, 3 в Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани, 2 в Чапаевске и по одному в Отрадном и Жигулевске. Погода, правда, немножечко задерживает реальное открытие сезона. Специалисты рекомендуют после дождя несколько дней не купаться. Ну что ж, подождем. Да, переждем, Александра, непогоду на теннисном матче. Кубок России по пляжному теннису пройдет с 27 по 29 июня на площадке под Первомайским спуском. А уже на следующей неделе в столице губернии пройдет этап чемпионата России по пляжному футболу. 4 года назад именно Самара была выбрана для проведения таких турниров, потому что соответствует всем условиям. А на фестивальной поляне Маструковских озер в самом разгаре молодежный форум «Иволга». В этом году он проходит с участием делегации ребят из Китая. На форуме разыграет гранты на сумму 5 миллионов рублей. Свои инновационные проекты ребята представляют в совершенно разных направлениях, начиная от технического творчества и заканчивая студенческим самоуправлением. Кстати, там же работает и фитнес-секция спортивных менеджеров, фитнес-тренеров. Фитнес-секция работает и у нас под руководством Аси Левиной. Здравствуйте, с вами программа «Утро губернии». Меня зовут Ася Левина. Продолжаем наши простые движения. Сегодня будем работать на ноги и немножечко добавим пресс. Итак, начинаем с ног. Будем качать внутреннюю поверхность бедра. Ложимся на коврик, руки кладем ладошками к полу вдоль туловища, подняли ноги наверх 90 градусов и поехали в стороны. Опускаем назад. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично, теперь добавляем пресс. То есть мы на раскрытии поднимаемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Отлично. Ставим ноги, ладошки, опять же, вдоль туловища, ладошками к полу. Сейчас будем делать упражнения на заднюю поверхность бедра и в основном на ягодицы. Подняли наверх. То есть выпрямились сначала в ровную прямую. И от этой прямой поднимаем таз наверх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. И закончили. С вами была программа «Утро губернии». Меня по-прежнему зовут Ася Левина. Бодрого вам дня, хорошего настроения, отличного утра. До новых встреч. Пока. Изначально форма балалайки была круглой. Делали ее из елового полена. Дело в том, что свойства этого дерева позволяют инструменту так звонко звучать. Да, а самая маленькая балалайка помещается в футляр из, представьте, друзья, макового зернышка. Эта музыкальная миниатюра состоит из целых 40 деталей. В одной из половинок футляра размещен портрет знаменитого музыканта Владимира Андреева, а в другой футляр с балалайкой. Это самая маленькая в мире балалайка, но точная копия на
настоящий. А сейчас давай посмотрим, как выглядит самая большая балалайка из балалаечного семейства. Это контрабас. Вместе с мастерами Налимовым и Пастерпским ее создал все тот же Андреев. Существует еще целое семейство различных балалайк. Бас, прима, секунда, дискант, пикколо, альт. Целая наука. Александр, кстати, на самом деле кашу можно варить не только из топора, еще можно и играть на лопате. Ты сейчас в этом убедишься? Давай посмотрим. Вот это все устройство придумал россиянин, зовут его Дмитрий Гольц, по-моему, очень даже ничего. Да, ну, жаль, что там лопата, не столь изящное изобретение. А вот знаменитый русский музыкант, композитор, скрипач, балалайчник и дирижер Иван Евстигнеевич Ходошкин играл на балалайке, сделанной из тыквы, проклеенной внутри порошком битого хрусталя, что придавало звуку особенную чистоту и серебристость. Вот это вот я понимаю, тыква в хрустале. Вот, Александр, скажи, а в нашей губернии давно стали играть на балалайках? Первый оркестр народных инструментов появился в 1917 году и создал его знаменитый балалайщик, наш земляк Александр Иванович Алло. В нем играли рабочие, служащие железной дороги. Известно, что наши народники, кстати, дружили с тем самым Андреевским оркестром. А мы, Александры, не перестаем дружить с нашим постоянным, стабильным календарем губернии. Сегодня 23 июня. Стихийный лабиринт, непостижимый лес – души готической рассудочная пропасть. Эти строки известного российского поэта Осипа Мандельштама как нельзя лучше отражают Самарский готический костел. 47-метровый храм «Гордость Самары» начали возводить в 1902 году. Рано утром, 23 июня, на месте закладки костела отслужили молебен, и работа закипела. Строили польскую святыню нижегородские каменщики, мастера готической кладки. А помогал им известный самарский архитектор Александр Щербачев. Здание получилось красивым и величественным. Новый костел с двумя готическими башнями был виден с любой точки Самары. Напоминал он католический крест, но при всем этом производил впечатление какой-то ажурной невесомости. 23 июня решалась судьба лунной ракеты. В 1960 году было подписано правительственное постановление, согласно которому лунная ракета, а называлась она «Носитель-1», должна была создаваться в Куйбышеве. Именно эта дата считается сегодня началом работы над советским лунным проектом. И хотя советская лунная программа в итоге так и не была реализована, новаторские конструкторские решения Николая Кузнецова страна оценила по достоинству. Примечательно, что родился известный академик, гениальный куйбышевский конструктор Николай Дмитриевич Кузнецов тоже 23 июня в 1911 году. Сегодня друзья и коллеги поздравляют с днем рождения Александра Архипова, руководителя Самарской таможни. А Николай, Павла и Василия, а также Анны, Татьяны и Антонины принимают сегодня поздравления с именинами. 23 июня в народном календаре Тимофеев день. Считалось, что святой Тимофей, который за святой жизнью получил дар чудотворения, засылает в небо различные знамения, получившие в народе название Тимофеевых. Крестьяне верили, что этот святой особо ценит доброту и платит за нее добрыми знамениями. Продолжим листать календарь завтра. Удачи в делах! Друзья, прямо сейчас наша постоянная рубрика «Яркие кадры», где именно вы принимаете участие. Адреса наши неизменные – утро@собакагуберния.тв.ру, электронный, также имеется и почтовый. 443-068, город Самара, улица Новосадовая, 106, корпус 106, с пометкой «Программа «Утро губернии». Сегодня посмотрим фотографии Анатолия Кукаева, фотографии реки Сок и ее окрестностей. Они сделаны ранним утром. Эх, пусть скорее возвращаются жаркие деньки. Илья, поедем загорать. И любоваться красотами нашей природы. Вот порыбачить ты сможешь. Я тебя приглашаю. Было бы здорово, Александра. Я, кстати говоря, знаю человека, который может сочетать красоты вместе с полезной информацией. Точнее, это она, наша Марина Баркова, на этот раз посетила село Августовка Большечерниговского района. Смотрим. Большечерниговский район, село Августовка.
Вот уже 25 лет подряд, в середине июня, на площадке перед местным музеем собирается толпа. Чуть ли не все старшее поколение села приходит почтить память легендарного председателя. Герой соцтруда Николай Попов возглавил колхоз в свои 20 с небольшим. Всего за несколько лет в степи выросло образцовое хозяйство – орденоносный колхоз имени Ленина. С разломом Советского Союза прошло довольно-таки очень много времени. Значит, августовка стоит, она будет стоять и будет жить. Под алыми стягами победителей всесоюзных соцсоревнований ветераны труда вспоминают суровые времена. Как пахали целину в зоне рискованного земледелия, как боролись за каждый килограмм зерна. С 60-х годов августовка гремела на всю страну рекордными надоями и урожаями хлеба. Переходящее красное знамя колхоз имени Ленина завоевывал 27 лет подряд, пока это самое знамя не осталось в селе на вечное хранение. У человека были государственные мышления, во-первых. Во-вторых, он действительно заглядывал далеко вперед, предвидел очень многие вещи, был новатором во всем, был очень строгим, взыскательным, но очень справедливым человеком. За всю историю, чего не было, да, только в жизни, за 30 долгих лет, никого не наказал так, что, вот, допустим, никого не посадил, просто скажем. Вот так. То есть, на самом деле, память очень добрая. Это такая личность, историческая личность. Я думаю, что с годами еще больше будет это пониматься, оно уже сейчас понимается. Большой хлеб Августовки, ее богатство, ее основной капитал. Урожай первого года 10-й пятилетки был засыпан за крома родины первым по области. Государству проданы два плана. Почетные колхозники собираются в районном музее имени Николая Попова, чтобы в который раз пересмотреть фильмы о родном селе. Про колхоз-миллионник не единожды писали в центральных газетах. Слухи о том, что заработки у сельчан Августовки не ниже городских, распространились по всему Союзу. В новые 450 домов по улице Космической переезжали жить и работать из других областей. Многие ездили на новеньких «Жигулях», колхоз не скупился на кредиты. Скоро на всех основных производственных участках, на таку, в мастерских, в новом животноводческом комплексе появятся телевизионные камеры. И колхозный диспетчер будет постоянно в курсе всех дел. Августовка по праву считалась кузницей кадров. Учеников у Попова было хоть отбавляй. Молодым специалистам он сразу доверял руководящие должности. Сейчас многие из них создали крупнейшие хозяйства в губернии. К примеру, Виктор Дмитриев руководит 20 фермерскими хозяйствами. В обработке 240 тысяч гектаров земли. Это в 10 раз больше, чем было у колхоза имени Ленина. После института, приехав мальчишкой в хозяйство, было мне 25 лет. Вот, я сразу заступил работать главным зоотехником. Работать было действительно очень тяжело, особенно в таком хозяйстве. И с таким руководителем на сегодняшний день начинаешь понимать, действительно, что он делал правильно, спрашивал с нас, и на сегодняшний день результат. Конечно, время другое у нас сейчас, но я думаю, все равно 5-10 лет, и Августовка тоже станет таким цветущим поселком, каким до этого было, да? Марина Баркова, Александр Дмитриев. Программа «Утро губернии» из Большечерниговского района. А мы приветствуем в нашей студии Наталью Хайрулину, преподавателя Самарского центра русской традиционной культуры. Доброе утро. Доброе утро, Наталья. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы знаем, что вы активный участник фольклорной экспедиции. Такое необычное словосочетание. Что же такое фольклорная экспедиция? Фольклорная экспедиция – это когда группа людей направляется в село, в области. И захватывает его. И собирает информацию. То есть что мы собираем? Мы записываем этнографические рассказы о том, как раньше жили, чем занимались, какими рукоделиями владели. Записываем танцы, те, что танцевали вот наши бабушки, песни, которые они пели, игру на музыкальных инструментах. И потом привозим это в город и показываем всем желающим.
Наталья, вот сегодня неофициальный праздник русской балалайки. Да, и балалайки, всех музыкантов. Балалайки не собираете? Собираем балалайки. Да, у нас есть балалайка, самодельная балалайка. Она, честно говоря, со стороны похожа немножко на скворечник. Но она до сих пор играет. Ей, наверное, порядком 100 лет есть, но она играет. Вот собираем балалайки, собираем гусли, собираем гармонии. Все это у нас вот есть в музее, в нашем центре самарской русской традиционной культуры. Ну, а теперь пришло время поговорить, наверное, о тех куклах, с которыми вы сегодня к нам пришли. Активно изучаете народный костюм. Да, насколько это интересно. Занимается наш центр, да, изучением, и я в том числе, мы занимаемся изучением традиционного костюма. Вот данные куклы представлены, это русский костюм. То есть у нас этот год был посвящен русскому костюму. И в рамках проекта «Девки сарафан, юноши кафтан» мы вот делали дефиле в найденных костюмах. Это и вот делали куклы, которые, на которых костюмы шиты по подлинникам. То есть те костюмы, которые представлены в музеях нашей области, а также в частных коллекциях или найдены вот, были нами непосредственно. Слушайте, как потрясающе раньше одевались. Какое сочетание цветов, какие красивые наряды, ткани. У вас кукла в костюме села Семеновка. То есть сельчане одевались по-разному в разных областях нашей губернии? Одевались, да, одевались по-разному. Где-то, ну, у нас же переселенческая область, поэтому где-то приезжали, допустим, с Воронежа, там у них паневный комплекс, и, конечно, эта панева, она перешла, трансформировалась в юбку. Вот, допустим, вот у этой куклы, у нее есть еще вот такая вот юбка-подстава, то есть было две юбки, она давала пышность верхней юбки и, в общем-то, несла такой, как типа белья она была, но была такая достаточно плотная. А вот это вот костюм тоже Самарской области, но здесь уже больше городская, веяние городской моды. Это парочка, потому что и кофта, и юбка одного цвета. Когда одного цвета, называлась парочка. Когда было разного цвета, то кофта с юбкой. Вот. А вот то, что у вас рядом кукла, это сарафан. Вот если приподнять кофточку, там у нее видно, что это сарафанчик. Я не буду. У нее рубашка, а сверху вот одевалась такая кофта. А как одевались более зажиточные крестьяне, городские жители? Принято ли было выпячивать свои богатства, достаток, или все-таки нет? Но одевались достаточно ярко, и ценилась покупная ткань. То есть бабушки рассказывают, что вот у нас семья-то была трудолюбивая, большая, и что же мы себе покупную ткань не купим на костюм. То есть домоткань со временем, вот время, если сейчас мы ценим домоткань, потому что у нас ее мало, то тогда покупной фабричной ткани было мало, и поэтому ценилась именно она. Считалось, что вот шик шить из фабричной ткани, самый шик. А скажите, вот вы говорите, что вы собираете одежду, да, которая была представлена раньше на наших предках, а сохранились ли оригиналы? Да, вот нам повезло, в этом году, в прошлом году, в 13-м году осенью мы были в экспедиции в Алексеевском районе, у нас была длительная экспедиция, 10-дневная, и нам повезло, мы нашли сарафан, который носили, и которому тоже порядком 100 лет, то есть там полностью ручная сборка, ручные это выполнены швы, есть сарафан, да. А сильно ли отличалась праздничная одежда жителей нашей области от повседневной? Отличалась, конечно. Праздничная одежда, она была более яркой. И на праздничной одежде, как правило, не было фартука. Вот. Если фартук был, то он тоже был какой-то особенный, то есть он нерабочий. А повседневная одежда, она была более темная, более скромная. И ткани на нее были, допустим, та же домоткань шла на повседневную одежду. Или же более темная такая ткань. Скажите, а что вас больше всего удивляет в экспедициях? Как удивительная находка, да, может быть. Как относятся люди, как встречают, как это происходит? Хорошо встречает. Вы знаете, очень, как сказать, то, что вот меня впечатлило, у нас в прошлом году было длительных экспедиций 3 подряд. И, в принципе, вот в каждом, что вот я вынесла, это впечатление. Приезжаешь, бабушки заняты своими делами.
Вот мы приехали к одной, она ушла за грибами. Мы чуть поездили еще вокруг, приезжаем, она разбирает грибы. И вы знаете, она нам совершенно не удивилась. Она как будто нас только и ждала. Вот приходишь, а вот вы нам споете, спою. А вы нам покажете, как вы плясали, покажу. Вот. Все, она нам уделила времени столько, сколько нам надо, и занялась своими делами. И так вот очень часто. То есть люди, они продолжают жить здесь и сейчас, сиюминутно, вот, так сказать, по требованию. Это безумно интересно. Спасибо вам большое за интересную беседу. С праздником! Спасибо. С было лайк, друзья. Мы продолжаем нашу программу. А прямо сейчас пришло время новостей на телеканале «Губерния». В эфире новости губернии. Доброе утро. В студии Татьяна Потоцкая. В воскресенье Самара вместе со всей страной вспоминала тревожные страницы истории. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Эта дата теперь объявлена Днем памяти и скорби. Траурные митинги прошли по всей России. В столице 63-го региона главные мероприятия состоялись на площади Славы. Цветы к вечному огню возложили ветераны Великой Отечественной, первые лица региона, представители политических партий, общественных организаций, военно-патриотических клубов и молодежных движений. В годы войны из Куйбышевской области на фронт отправилось более 500 000 человек, а вернулись с полей сражений меньше половины. Мы должны помнить уроки Великой Отечественной, написанные кровью десятков миллионов павших людей, чтобы подобное никогда больше не повторилось. Продолжаем выпуск. Борьба с откатами. Больше всего взяток в регионе совершается во время исполнения государственных и муниципальных заказов. Об этом сообщили на заседании областной межведомственной рабочей группы по вопросам борьбы с коррупцией, которая прошла в Тольятти. В национальном плане противодействия взяточничеству на 2014-2015 годы это направление прописано как приоритетное для работы органов прокуратуры. Только за первый квартал этого года в этой сфере выявлено более 400 нарушений. 104 человека привлечены к дисциплинарной, 3 к административной ответственности. На втором месте в антирейтинге нарушения при предоставлении государственных и муниципальных услуг. За 3 месяца текущего года соответствующие нормы законодательства были нарушены 88 раз. Далее следует сфера здравоохранения и образования. Самое сложное в борьбе с коррупцией, по словам представителей надзорного ведомства, выявить сам факт преступления. Как правило, сохранить все в тайне выгодно обеим сторонам. Однако в последнее время в случаях вымогательства со стороны чиновников или должностных лиц люди стали чаще обращаться в правоохранительные органы. И это видно по примерам, по уголовным делам, по тем судебным процессам, которые происходят. И люди перестали, может быть, бояться, верят, начинают, во всяком случае, верить, что любое наказание будет неотвратимо для тех преступников, которые совершают эти преступления. В перерывах между лекциями и семинарами полное погружение в русские традиции. Участникам Иволги из КНР устроили экскурсию в прошлое. Атмосфера славянской деревни, бои на мечах, катание на лошадях и на самой настоящей ладье. Все это показали в Богатырской слободе в Шигонском районе. Гости из Поднебесной так вдохновились, что вспоминали русскую поэзию. По-моему, это не только река Волга, это великая Россия. Что знали о нашей стране? Ну, кроме литературы, там, Пушкина, Лермонтова, что еще знали? Например, Есенин. Отковырила роща золотая, березовым веселым языком. А после гости отправились в Тольяттинский музей имени Сахарова. Там экскурсионной группе пришлось выбиться из плотного графика и задержаться, пока все студенты запечатлели на фотокамеры все, что увидели. А посмотреть действительно было на что. Ирина Грумеза о впечатлениях китайских студентов от Самарской области и о дружбе народов, которая теперь стала еще крепче. Фотосессию боевых самолетов и орудий времен Второй мировой войны. Технический музей под открытым небом стал настоящей находкой для известных своей страстью к фотографированию гостей из Китая. Володя, на родном языке его сокращенно зовут Лю, но он очень любит свое русское имя, давно мечтал приехать в Россию. Изучал историю страны, в том числе страницы Великой Отечественной. Экспозиция музея пришла студенту по душе. Здесь много техники, похожей на китайскую. Поразительно, что она так доступна и представлена в натуральную величину. Много подобных.
подобную технику можно увидеть в Китае. Мы знаем, что в 20 веке наши страны сотрудничали, и я выступаю за продолжение сотрудничества. Джан Синьлунь русским именем пока не обзавелась, но к сближению культур готова. Ее проект для форума Иволга – презентация чайной церемонии. Девушка приехала из провинции Хубэй, которая славится как родина одного из сортов улуна, и хочет приобщить к китайской традиции россиян, о которых у нее теперь самые приятные впечатления. Россия такая красивая. Я люблю ее свежий воздух и зеленую траву. А люди, которые живут, очень красивые и приветливые. Я люблю эту страну. Приключения китайцев в России продолжатся до 28 июня. За это время они не только представят свои проекты на форуме Иволга, но также посетят самые красивые и интересные места Самарской области, а также столицу региона. Ирина Грумеза, Борис Кислицын, новости губернии, Тольятти. И пока на этом все новости. Увидимся. Доброе утро, друзья. Мы продолжаем нашу программу. В студии по-прежнему Александра Байдачная. И Илья Табуев. Мы сегодня слушаем песни наших предков волжан и вспоминаем русские народные инструменты. Вот я, например, очень сильно люблю и уважаю ложки. Особенно, когда есть хочу. Игре на ложках можно научиться во дворце детского и юношеского творчества. Ансамбль «Лошкари» и «Лель» принимают свои ряды с 1996 года. В этом коллективе существует целая школа игры на русских ложках «Илья» со специальной системой нотной записи и способов игры. А еще, к тому же, ребята учатся играть на жалейке, свиристели, трещотке, бубне и даже дровах. Это подобие ксилофона, но только древнерусское. Ну, на дровах это уж что-то слишком экзотичное, по-моему, Александра. Да, кстати, да. Кстати, там же, во дворце, проходит фестиваль русского фольклора. Это целая лаборатория народного творчества. Устная традиция, пение, танец, костюм. Здесь можно также услышать многие фольклорные коллективы нашей области. Да, есть у нас, можно сказать, целая музыкальная фабрика по подготовке музыкантов-народников. Детская музыкальная школа номер 5 в Самаре. Юные исполнители на балалайках, домрах, баянах, аккордеонах доигрались до золотой книги Самарской области. Их имена туда попали. Кстати, у нас в гостях сегодня будут выпускники этой школы. Еще в ДМШ номер 5 есть оркестр русских народных инструментов «Самарские самоцветы» и ансамбль «Балалайка», а еще хор «Гармония», который в этом году представлял нашу губернию на открытии Олимпиады в Сочи. Да, если уж вспоминать народное исполнительство, то без оркестра «Виртуоза Самары» не обойтись. Этому коллективу уже около шести лет и более 40 блестящих музыкантов, дамристов, балалайков, баянистов. Людей, которые играют на народных духовых инструментах, выступают самостоятельно и в творческом союзе с Волжским народным хором имени Петра Милославова. Насколько я знаю, наш корреспондент Татьяна Карпова не играет на балалайке, так, не танцует и не поет. Зато находят талантливых людей, которые это делают просто удивительно. Следующая находка с фестиваля «Русская береза». Фестиваль «Русская березка» Ирина Вахромова приехала из самого Красного Яра. Для участия в областном празднике песни 14-летняя соловушка специально подготовила народную композицию «Пойду, выйду». Девушка считает, что эта мелодия как нельзя лучше отражает национальный колорит России. Я считаю так, если людям очень нравится, если они аплодируют. В общем, для меня это самое главное, чтобы людям понравилось. На этот раз организаторы традиционного фестиваля «Русская березка» внесли существенные изменения в регламент праздника. По сравнению с более возрастным форматом прошлого года, на этот раз к участию в концерте допустили юных солистов от 5 до 16 лет. Продемонстрировать свои музыкальные таланты приехали более 500 молодых дарований со всей области, чтобы не только попеть, но и станцевать «Лихое яблочко» или «Задорную барыню». Цель мероприятия – показать народное творчество русского народа, показать его детям, чтобы они больше участвовали, смотрели и знали свою историю.
Неподалеку от сцены расположились народные умельцы. Мастера декоративно-прикладного искусства делились со всеми желающими секретами ремесла. Девчонки бежали к кукольной площадке, сломя голову. Ничего удивительного. Миниатюрные игрушки в расписных народных костюмах мало кого оставляют равнодушным. Я пришла уже вот сейчас к концу. Я приехала только что с Красного Яра. Но вообще я с удовольствием хожу на эти мероприятия. Мне все очень нравится. Мы вот сидим и удивляемся, какая талантливая молодежь у нас есть. Дата проведения концерта выбрана не случайно. Фестиваль приурочен к празднику Святой Троицы. Каждый год «Русская березка» меняет только место дислокации. Этнический марафон 2014 на этот раз прошел в поселке Волжский. Какой район следующим примет фольклорную эстафету, пока секрет. Татьяна Карпова, Виктор Соколов. Программа «Утро губернии». Продолжается «Утро губернии», и снова мы встречаем гостей. К нам присоединились музыканты, участники фолк-проекта «Балалайк» Дмитрий Буциков и Дмитрий Косяков. Доброе Ребята, утро. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Сегодня день русской балалайки. Скажите, откуда у вас такая любовь к этому музыкальному инструменту? Любовь генетическая. У меня прадед играл на балалайке. Угу. Был уважаемым человеком в селе. Так, Дим, ну, почему балалайка? У меня мама отвела в детстве музыкальную школу. С тех пор вот уже сколько? Лет 15, наверное, я как играю на этом инструменте. Ребят, вы выступаете, как вы говорите, на ключевых событиях нашей губернии и выступали на Паралимпиаде. Получается, интерес к балалайке растет? Растет, да, исполнительство растет. И концерты становятся с каждым годом все больше и больше. Вот недавно мы были в Сочи, выступали, давали несколько концертов. Ну, интерес большой. Это связано не только с тем, что у нас культурный год, а просто люди потянули своим истоком к традиционной культуре. Нам это приятно, отрадно. То есть мы еще вдвойне рады делиться своим творчеством. А вы играете на русском народном инструменте. Изучали вы как-то его историю, интересовались, что это вообще, как появилось? Ну, версий много, они все неоднозначные. Ну, корень бала. Дитя, что-то вот татарские вроде того, тюркские есть истоки. Кто говорит, что это традиционно русский инструмент, пошел от домры. Ну, однозначно, вот в таком виде балалайка существует только 130 лет, когда ее реформировали. Дворянин русский Андреев. Андреев, Владимир. Да. Совместно с мастерами сделал такой инструмент. На балалайке всего три струны. Вот, да, что многие, можно, многие удивляются. Какие возможности у этого инструмента? Что, например, нельзя сыграть? А что сыграть можно? Можно все. Ну, да. Ну. Мы немножко ограничены диапазоном. От ми первой октавы до ми. То есть мы играем и скрипичный репертуар. Играем традиционный балалайшный репертуар. Есть даже переложение фортепианного репертуара. У нас же есть аккомпанирующий инструмент фортепиано. И совместно с ним, в принципе, мы играем любой репертуар. Но сольно с Дмитрием мы в основном тяготеем к обработке классическому репертуару. Да, классическому. Скажите, а для игры на балалайке тоже необходимо учиться 5 лет? Больше. Нет! Необходимо учиться 19 лет. То есть это 5 лет, 7 лет. Музыкальная школа, 4 года училища, еще 5 лет. Да, для того, чтобы научиться играть на трех струнах, нужно учиться 19 лет. Профессионально, чтобы владеть, да. А это вам не какой-то баян. В чем сложность? Расскажите об этом, что самое сложное в игре на балалайке? Что не дается, так скажем. Знаете, наверное, тяжело вот систематически заниматься каждый день. Потому что если не играть на инструменте, и потом брать его через какое-то время, там 3-4 дня, допустим, не играя, начинают болеть очень сильно руки. Вот это для меня вот такая вот сложность есть. А когда вы играете, руки не болят? А когда систематически занимаешься и несколько концертов каждый день идет, то руки не болят. Пальцы не стачиваются? Нет. Затащить палец – это целая проблема. Нужно несколько лет. Друзья, мы сейчас посмотрим опрос про Сони, после чего вернемся в нашу студию, продолжим нашу беседу, ну и, конечно же, услышим звуки традиционной русской балалайки. Характер может выразить синтезатор. Балалайка. Самый популярный в мире. Все за него ассоциируют с русскими. Балалайка, да. Гармошка. Может быть, фортепиано. Именно женскую натуру. Балалайка, да, гармошка. Гармонь даже найти более интересно. Компания теплая. Балалайка. Ну, потому что она задорная. Простая и... Она простая в устройстве.
и в то же время очень много эмоций выражает. Гармошка, конечно. Потому что русский народный инструмент музыкальный. Передает русскую душу. Гармошка. Почему гармошка? Потому что она такая веселенькая. Что такая? Бубен. Потому что он так... Гитара, наверное. Потому что она более-менее похожа на балалайку. Такие же струны. Пианино. Друзья, мы продолжаем наш разговор с носителями, так сказать, балалайки в прямом смысле этого слова. А как вы относитесь к своему инструменту, вот к личному? Это вот рабочий инструмент или же это ваша душа, это с вот любовью. Ваше mm-hmm. что-то? Ну да, это часть нас самих. Я знаю, это электробалалайка, по-моему. Или неправильно. Это акустический инструмент, но mm-hmm. вот между подставкой и mm-hmm. декой у инструмента ставлен датчик специальный, через который идет звук на... Ну, как и у mm-hmm. электрогитары. Mm-hmm. Mm-hmm. Да. Существуют какие-то разновидности балалайки, может быть, новые модели современные, которые хотелось бы приобрести? Ну, есть миди-инструменты, mm-hmm. где вот, нажимая любой лад, можно и гобой, и скрипку изобразить. На балалайке. Как и на гитаре. Это все доступно. Скажите, не выступаете ли вы в деревнях, в селах, в глубинках? Потому что, понятно, паралимпиада, представители русской культуры, балалайка. А попробую вот сыграть. К корням, так сказать, в деревню. Выступаем, конечно. Основной нашей миссией, как артистов Самарской филармонии, это выступать в глубинках Самарской области. То есть мы выступаем, вот, в Обшаровке ездили, выступаем, то есть в Ускинельском, Пестравке, Борская, Богат, то есть мы почти все районы уже объездили. Что делают люди? Хлопают, пляшут? Они, бывает, опускаются в пляс, но хлопают всегда. Ну что ж, да, сейчас самое время перейти от слов к делу. Давай спросим у ребят, когда же у них будет выступление, где их можно послушать. Да, давайте про выступление. Ну вот ближайшее выступление у нас в рамках фестиваля «Открытое небо, открытые сердца», на который мы приглашаем всех жителей Самары. 28 июня состоится в парке Воронежские озера в 3 часа дня и в 19.00 в этот же день на четвертой очереди набережной на Ладье. Мы вас всех приглашаем, будет интересно, программа разнообразная. И для нас такой дебют на сцене Самарской филармонии. Мы даем целое отделение в составе нашего коллектива ансамбля. 5 июля. Да, 5 июля в 17.00. То есть всех мы вас ждем. Будет очень приходите. Интересно. Друзья, что ж, пришло время перейти от слов к делу и нам всем вместе услышать звуки этих замечательных инструментов, с которыми вы сегодня к нам пришли. Невеста у вас есть? Кому и кобыла невеста? Больше вопросов не имею. Спасибо вам большое за интересную беседу и, конечно, игру на этом уникальном русском инструменте. А мы продолжаем наш эфир. Прямо сейчас репортаж Елены Шишкиной о музее живописи, который еще не открылся, но обязательно скоро будет. Как правило, картина, попав в частное собрание, становится недоступна для широкого зрителя. Но сегодня произошло обратное событие, уникальное событие, когда картины из частного собрания передаются в дар музею. 11 июня – день, когда в Самаре появился новый музей –
пока, правда, без места, но вот основа его коллекции уже заложена. Два мецената из Москвы и Самары передали в дар городу около 30 картин российских художников 20 века. Действительно редкое событие, когда галерея или музей открываются собранием известных художников. Какой-то выставкой, которая презентует искусство целиком века целого. Да? Это уникально, и это здорово. Это здорово для Самары, да? Где, собственно, все старое искусство, такое почетное и классическое, сосредоточено только в художественном музее. Наконец-то таких точек появится две. Временное пристанище полотна получили в галерее «Виктория», где их могут увидеть все желающие. Среди подарков и два полотна Аристарха Лентулова, легендарного художника-авангардиста начала 20 века, основавшего когда-то движение «Бубновый валет». Его картины хранят Третьяковка, Русский музей и вот теперь Самарская городская галерея. Имена, которые наиболее привлекают внимание, это Лентулов, безусловно, Аристарх Лентулов, русский авангардист, который представлен необычными работами, реалистическими. Это придает особенный вкус вообще этой коллекции. Александр Локтионов, художники сурового стиля. Это здорово, что можно познакомиться с их работами. Потому что, кстати говоря, к сожалению, например, это, наверное, камень в огород художественного музея. Сейчас буду розыгрывать. В Самарском художественном музее посмотреть искусство 20 века очень трудно. Они показывают только на временных выставках. Куда на постоянное место жительства отправятся картины после закрытия выставки, пока неизвестно. У города нет площадки, чтобы разместить коллекцию. Дело в том, что картины представляют не только художественную, но и значительную материальную ценность, а также нуждаются в особых условиях хранения. О том, что столь необходима губерния, выставочная площадка в самое ближайшее время появится, заявлено на самом высоком уровне. Что касается арт-квартала или, в общем, какого-то там, мы обязательно тогда будем вместе с городом смотреть и определяться, потому что если будет на самом деле такой уголок, условный уголок назовем, или место, где вот свое есть, куда можно всегда прийти и посмотреть, там и побывать в галерее, еще что-то смотреть, там, то есть, как его оформить в старой части города. Это дополнительная привлекательность для туристов, ну и для жителей самой Самары, области. Николай Меркушкин выразил уверенность, что подобное безвозмездное дарение не будет разовой акцией, и многие жители губернии последуют примеру меценатов, чтобы к моменту открытия новой площадки музей смог располагать обширной и богатой коллекцией. Елена Шишкина, Олег Айдаров, программа «Утро губернии». Друзья, прямо сейчас гороскоп для всех знаков зодиака. Итак, Овны. Сегодняшний день можно посвятить собственной внешности. Если честно, давно пора. Более того, возможно, многие ваши последние неудачи случались из-за того, что вы давненько не брились и как следует не причесывались. Не знаем, как насчет всего мира, но вас красота спасет точно. Тельцы, сегодня у вас появится законный повод гордиться собой. Ваше обаяние распространится не только на личные отношения, но и на сферу деловых контактов. Благодарите родителей и судьбу за то, что уродились таким совершенством. Близнецы, какая-нибудь досадная мелочь может испортить весь день. Будьте начеку, не позволяйте случайностям менять закономерный ход вашего бытия. Раки, на редкость удачный день. Незаметно для себя вы сотворите на рабочем месте такое, что даже завистники со вздохом признают, все-таки он крутой профиль. Львы, внимание, состояние вашего здоровья нуждается в срочной профилактике. Прислушайтесь к себе. Дыхание, сердцебиение, настроение. Если что-то не так, к врачу. Болеть летом вдвойне обидно. Девы, сегодня не упустите шанс проявить себя перед начальством с лучшей стороны. Быстрая реакция, высокий IQ и стрессоустойчивость. На этих трех слонах будет держаться ваша карьера в ближайшее время. Весы, хватит сотый раз пережевывать обиды прошлого. Найдите в себе силы поставить жирную точку и перевернуть страницу. На следующий все будет наверняка интереснее. Скорпионы, сегодня вам будет непросто войти в рабочий ритм, на то он и понедельник. Ситуацию спасет вторая половина дня и крепкий кофе. К концу рабочей смены вы сможете достичь хорошего спортивного темпа. Стрельцы, сегодня отнеситесь внимательно к своему состоянию. Не игнорируйте даже легкое недомогание. Возможно, все от нервов. В таком случае постарайтесь оградить себя от стрессовых ситуаций.
Козероги, не гасите в себе порыв размечтаться об отпуске. По-моему, самое время, и пусть вокруг рабочая атмосфера, небольшой сеанс релаксации вам не помешает. Наоборот, у вас вырастут крылья, с помощью которых вы быстро и ловко расправитесь с делами. Водолеи, найдите хотя бы капельку романтики в насыщенном делами дне. Это не даст вам забыть, что кроме кипа бумаг и моря файлов в мире существует голубое небо, звонкие птички и улыбка любимого человека. Хотя бы нюхайте потихоньку сорванную на улице ромашку. Рыбы, в вас сегодня бушует необузданная энергия. Скорее всего, это следствие удачных выходных. А правильнее всего направить ее в разумное русло, например, на выполнение заданий руководства. Потом скажете спасибо. Ну, а наш эфир подошел к концу. Что ж, балалайщики всех стран, объединяйтесь в огромный оркестр и играйте для всех нас. Да, друзья, если у вас есть лишних 19 лет, можете посвятить себя учебе на этом гениальном русском инструменте. Александр Байдачный. Илья Табуев. До завтра, пока. Одежда ведущим предоставлена сетью магазинов модной одежды «Нью-Йоркер».